Всех привет, и прямо на проценту продолжаем проходить Warcraft 3 перед созданием, можно сказать. И у нас вторая глава «Праху к праху». Погнали. Сейчас я уже буду проходить, как и, ну, то есть, ну, и, конечно, может очень долго продлиться, можно так сказать. Загрузчик-то быстренько проходит. Ждем загрузки. Сам последний, как всегда, слишком долгая у нас загрузочка. Ждем ее, ждем ее, ждем. Все, начинаем. Это что за конь? Конь там стоит. С помощью этой машины мы перевезем останки нашего господина. А не проще будет оживить его сразу, на месте? Прошу меня простить, повелитель, но существо, обладающее силой Кил'Тузада, можно воскресить лишь в точке сосредоточения магической энергии. В этих землях таких мест нет. Ладно, я понял. В путь! Ну чё, погнали? Ой, блядь, не то нажал я. Все на стрелках, все на стрелках. Так, здесь понятно ворота. Какая-то лошадь тут непонятная. Никто не смеет мне ну, приказывать. Погнали, посмотрим, что у нас тут есть. В атаку. Музыка-то прикольно занежить. Она всегда была даже в Warcraft 3 охуенно. Классическом. Будь осторожнее. Не надейся на быструю смерть. Наши войска атакованы. Так-то уж варите, блять, а. А, наконец-то. Ты жрать можешь? Ага. Что за хуйня? Что они, блядь? А, по-узки просто это... Артас, прекрати это безумие, пока еще не поздно. Кто с сказал? Дороги, брат. Я пришел за кучей старых костей и не хочу, чтобы мне мешали. Так-то лучше. Тихо. Наконец-то. Так-так, да, точнее, блядь, не дострелят. А раньше мы так что и бежали, я чуть не помню. Никто не смеет мне приказывать. Говори. Ледяная скорбь жаждет крови. Рыцарь смерти. Да пускай уничтожает потихонечку, защитники мира. Нихуя, как они себя назвали. Конечно, Лундерон Паух. Никто не смеет мне приказывать. Тут уже просто деваться некуда. Наконец-то. Ледяная скорбь жаждет крови. Атаку. А, наконец-то. Короче, они уничтожают тела. Бля, нету этого. Наконец-то. Так-то лучше. Поверить не могу, что когда-то мы называли тебя братом. А я ведь знал, что избалованному принцу не место в наших рядах. Ты осквернил само имя Ордена Серебряной Длани. Какой-то... Гавинград лютый, блядь. Охуеть, вот это унизительно. Так-то лучше. Наконец-то. О, яйца. А у меня маны вообще нету.
Идите жрать. Будь осторожнее. Хуя у него кладбище, заебись. Подождите. Говори. О твоих страданиях сложат легенды. Ну что еще? Броня 0.3, блядь, добавил. Хуя себе. Все, готово. Погнали. Наконец-то. А тут она что было? Что-то карту, кажется, изменили чуть. Следуй за мной, некромант. Силы, которым ты когда-то служил, вновь призывают тебя. Я же говорил, что моя смерть ничего не изменит. Что за... Кто это? Это я. Кел'Тузад, я не ошибся в тебе, принц Артес. Тебя только за смертью посылать, принц. Останки почти разложились. Мы не довезем их до Кель'Таласа. До Кель'Таласа? Да. Только сила солнечного колодца высших эльфов может вернуть Кел'Тузада к жизни. Что я должен сделать? У паладинов есть особая урна. В ней мы можем довести останки некроманта до места назначения. Добудь ее. Как пожелаешь. Зипца. А, они тебе напрямую... они тебе напрямую сделали. Пока рудник не проклят, послушники не смогут добывать из него золото. Да я все понял. Я жажду служить. Так... Рудник проклят будет. Да, повелитель. Это тоже обязательно, блядь. Чё ты, блядь, тормозишь, чё ты меня, а? Да свершится, блядь. Землю вокруг зданий нежити поражает чума. Новые здания можно призывать только на зачумленной земле. Все, кроме некрополя. И проклятого рудника. 50 тысяч, нихуя здесь, блядь, находка, блядь. Ну что еще? Мне двое там нужны. Никто не смеет мне приказывать. Иди сюда. Ледяная скорбь жаждет крови. Что у нас тут вообще интересненькое? А, наконец-то. А, тут, скорее всего, камни, да? Големы. Да, тут голем, блядь, не понял. Есть я голем? Нет, спасибо, говори. Не надо. Так-то лучше. А, наконец-то. Будем побольше армию ждать. Но здесь надо оставаться, потому что сейчас могут нападать у нас эти, как называются, блядь, паладины со своими рыцарями, точнее, солдатами. А это пока мне не устраивает. Скоро никто у нас не ури, смеет мне думаю, приказывать. Смертельный союз. Ну, конечно, хорошее дело. Призыв вот это... завершен. Вот это оживление мертвых, она оживляет 40. Им похуй всем. Так, взять 3 зиккурата надо. Так, я жажду служить на зачумленной земле. Нежить регенерирует быстрее. Заебца. Так. Да свершится предначерт. Призыв завершен. Давайте зиккураты. Твоя воля исполнится. Вот так вот сделаем их. Жизнь за Нерзула. А, так, кладбище тут поставим. Да, повелитель. Чего желает мой повелитель? Иди рубить. Жизнь за Нерзула. Так, что у нас еще нужно? Скреп. Нужно больше золота. А, на золото нет. Ну, сейчас наберется золото, ничего важного. Ничего слишком страшного. Вот.
Склеп. Твоя воля исполнится. Ну, это не особо важно, а вот это тоже надо сейчас поставить. Призывал удар. Кладбище тьмы обеспечивает армию нежити свежими трупами. Призыв завершен. Нужно больше, блять, золота. Призыв завершился, предначертанное. Все, готово. Мы взяли все, что возможно. Призыв завершен. Осталось только вот это сделать. Ну, тут кладбище надо. Ну, кладбище скоро будет готово. Ну, что еще? Наймем сейчас, будем нанимать, нанимать, нанимать. Ну, давайте еще одного бурдалака сюда отправим, пускай рубит у нас. Лес. Призыв завершен. Чего? Говори. Призыв завершен. Ну, а склеп готов, можно нанимать. Так, зиккурата все можно нанять? Нет, только один у нас получился, да? Вурдалаки добывают древесину для армии нежити. Давай, 145 мне единиц на это, пожалуйста, быстрее. Призыв завершен. Зиккурат. Нужно больше золота. Так, нужен тебе зиккурат нам. Никто не смеет мне приказывать. Дровами делаешь. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Так, нужен зиккурат. Я жажду служить. Давай, сюда создадим. Да, повелитель. И сюда создадим. И тут создадим. Исполню с радостью. Улучшение завершено. Она, это не нужно, это больше золота. Где прольется моя кровь? Какая тебе кровь? Нужно больше золота. Нельзя сотворить здесь. Да ладно вам. Да свершится предначертанное. Да, повелитель. Так, 120 нам надо золотых всего лишь. Дерево особо не надо. А, кладбище у нас тут. Дверь, дверь. О, броня, дверь, охуеть. Ладно, сейчас улучшим чуть попозже. Так, еще 120. Нужно больше золота. Сейчас побольше, побольше нанимаем их. Призыв завершен. Нужно больше золота. Еще нанимаем. Сейчас они пойдут у меня. Призыв завершен. Вот и воины прибежали. Нужно больше золота. Все, короче. Кто может, то ест. Никто не смеет мне приказывать. Призыв завершен. Склоняюсь так, перед твоей волей. Нужно больше золота. Блять, про золото все забываю. Ох, как я всегда постоянно забываю про золото здесь. Так, ночь. Исполню с радостью. Все, собираем. Говори. Армию. Погнали. Так-то лучше. Я думаю, это достаточно. Наконец-то. Будет, а ты тут остаешь. Нет, давай ты с нами пойдешь. Никто не смеет мне приказывать. Кроме вот этих двух. Будь осторожнее. Видишь, да? А, наконец-то. И наймем еще себе вот этого вурдалака. Говори. Погнали. Наконец-то. Так-то лучше. Вот так вот. А, наконец-то. Призыв завершен. Ледяная скорбь жаждет крови. А, наконец-то. Улучшение завершено. Ледяная скорбь жаждет крови. Нежить вернулась. Наконец-то. Ледяная скорбь.
Ледяная скорбь жаждет крови. Убейте их, пожалуйста, все. А, наконец-то. Наконец-то. Едьте здесь. Нихуя, а я не видел. Так-то лучше. Будь осторожен. Ёпрёмая. Ледяная скорбь жаждет крови. И мана почему у нас закончилась, да? Так-то лучше. Так, а что сюда я тебя приду? Наконец-то. Будет. Нанимай, нанимай, нужно нанимай. Нужно больше золота. Никто не смеет мне приказывать. Так-то лучше. Ледяная скорбь жаждет крови. А тут что интересно может быть? Так-то лучше. Я... Наконец-то. Нихуя себе здесь был разобран. Хуя, 1300 хава, бля. Наконец-то. Трачу не знаю на что, да? О, бля, пиздец моим воинам. Ну что еще? Ну, Артезон победит. Ну что еще? Ледяная скорбь жаждет крови. Запас маны увеличился мне на много раз. Наконец-то. А, короче, ничего наконец-то. Нету здесь, да? Ледяная скорбь жаждет крови. Так, опять нанимаем тебя. Много. Идешь к Артусу. Идете внутрь. Тоже сделаем здесь зиккуратом. Нужно больше золота. Так. Ждем. Говори. Наконец-то. Прогуляемся здесь для интереса. Будь осторожнее. Так-то лучше. Не надейся на быструю смерть. Ты узнаешь, что такое боль. Ледяная скорбь жаждет крови. А что делают? На помощь! Нежить наконец-то. Вернулась! Понятно, убивать его нельзя, да? Так-то лучше. О, здорово. Наконец-то. Мне нужны свежие души. Дихондрий. Я устал ждать. Иди ты в пизду. А, наконец-то. Хотя можно убить, а? Ледяная скорбь жаждет крови. Ну ладно, погнали сюда. А, наконец-то. Сюда точнее. И повозку сейчас добавим, и все будет без проблем. И пойдем уже в атаку. Так, мы теперь можем вот это изучать в данный момент. Улучшаем их, делаем лучше. А там сейчас посмотрим, что у нас дальше будет происходить. Говори. О, напали на нас. Так, берем одну тебя. Ну что еще? Погнали. Так-то лучше. А ты чё у нас? Ледяная скорбь жаждет крови. Наконец-то. А, наконец-то. Охуеть, блядь. Непокорный какой-то маг. Так-то лучше. Исследование завершено. Интеллект героя увеличивает.
наконец-то. Ну не особо он важен для меня вообще. Наконец-то. Вот еще один паладин. Проклятый изменник! Ты недостоин имени своего отца! Погнали. Не знаю, почему Утор поручился за тебя. Ты втоптал в грязь его доброе имя и заслуживаешь ужасной смерти. Ну что еще? Наконец-то. Бля, нихуя ты нарисовали паладина. Будь осторожнее. Говори. Ледяная скорбь жаждет крови. А, нихуя там, бля. Исследование завершено. Наши войска атакованы. Так-то лучше. Говори. В твоих страданиях сложат легенды. Бля, пиздец. Ты узнаешь, пиздец, что такое боль. За короля лича. Все, один па у нас сдох. Никто не смеет мне приказать. Последний утр, кажется, будет. Ледяная скорбь жаждет крови. Так-то лучше. Бля, интересно эти, блядь. О твоих страданиях сложат легенды. Наконец-то. Опа, какие тут люди у нас. Ледяная скорбь жаждет крови. Опа, и ха улетели. Только наших сейчас может убить. Так, где? Есть. А, наконец-то. Блядь, не успел спасти его жизнь. Блин, мои быстрые удаваки вообще слабые. Наконец-то. Это я знаю, что ледяная здесь. Скорбь. Пусть свет помилует твою душу. Твое предательство разбило Утору сердце. Он был готов отдать за тебя жизнь. И вот как ты отплатил ему. Нихуя ты чё захватил? Наконец-то. А, он тоже, блядь, нанимает людей, да? Бля, нихуя себе. Никто не смеет мне приказывать. Ледяная скорбь жаждет крови. Да, он тоже может нанимать за яйца. Этого раньше не было. Так-то лучше. А, наконец-то. Давай, блять, простите. Все нормально, за яйца. Ледяная скорбь жаждет крови. Запись продолжается. Будь осторожнее. Утор, мы тебе идем. Так. Наши войска атакованы. Нанимаем всех апев-удалаков. Ну что еще? Я вижу, ты вообще хуёв не хочешь заниматься этим делом, да? Ну что еще? Говори. Этого у меня нету. Ладно, точнее сказать. Так, я думаю, все улучшили, да? Все улучшили. Ну давай вот эту улучшим для интереса просто. Ох. Все стали здесь охуеть просто. Ну что еще? Погнали так-то дальше. Так-то лучше. Так. Наконец-то. Ледяная скорбь. Здорово, жаждет Утор. Крови. Давно тебя не видел. Твой отец правил этими землями 70 лет, а ты уничтожил все за считанные дни.
как трогательно, Утар. Отдай мне урну, и я дарую тебе быструю смерть. В этой урне прах твоего отца, Артас. Неужели ты осмелишься вновь оскорбить его память? Я и не знал. Но это не важно. Так или иначе, я получу то, зачем пришел. Вот, кстати, бесконечно включит. Наконец-то. Наконец-то. Так, на помощь Артасу. Все-таки паладин 10 уровня. Улучшение завершено. Улучшение завершено. Ну что еще? Пока они прибегут, мы уже всех убьем. Точнее, убьем его. Там что, гореть уже начали все? Надеюсь, для тебя уже приготовлено особое место в преисподней. Боюсь, мы этого никогда не узнаем, Утар. Видишь ли, я собираюсь жить вечно. Заберите урну, окей. Говори. Наконец-то. Все, мы забрали. Урну у нас. Не прикольно же, да? Вот он, блядь, появился опять. Превосходно. Секундри, блядь. Теперь ты можешь отправляться в Кельталас. Ничего ему не говори. Только ты можешь меня слышать. Не доверяй повелителям ужаса. Они служат королю Личу, тюремщиками. Я все расскажу тебе, когда вернусь в этот мир. Тип, все. Так, продолжим, нажимаем. Это, конечно, мы все увидим. Убито 3, 4, убито. А, героев 4 убито. Войск 54. Ну ладно, на этой ноте мы остановимся. Увидимся в следующей серии таких прохождений. Всем удачи вам и пока.